Добрый день, дорогие друзья, с вами канал Про Все. Сегодня поговорим про снова про камеры YCC 365+. Ну, эта камера работает через Wi-Fi. Из подписчиков мне написали, как посмотреть записи. Сегодня немного поговорим про записи камеры. Сейчас покажу его сообщение. Ну, ему уже заранее ответили, но он из Армении, поэтому по-армянски написали. Сейчас я вам скажу, что он написал. Ну, как смотреть записи, я ему сказал, что вечером сниму видео, покажу и отвечу, как это все происходит, как зайти в настройки и смотреть запись. Но у этой камеры, когда первый раз употребляете, там зарегистрируетесь, он один месяц дает там ознакомительный процесс про облачной системе. Там можно через облако записать все, но там без граничный, там все можно там годами все это видео сохранять. А здесь как, если у вас уже чип, там можно все это записи посмотреть. Ну, сейчас здесь в нижнем углу есть воспроизведение. Заходим здесь. У меня так как чип, ну, SD-карта там записывает, здесь есть облако, туча нарисована. Нажимаем на SD-карточку, и сейчас вот здесь есть линия, время записи. Тут есть и месяц, ну, там число, когда хотите, можете смотреть, например, то, там число поставить, и он автоматически покажет ту запись. Можно вот так перемещать линейку, и он покажет записи. Ну, это уже по часам 16:50, ну там, и вот так по времени можно все смотреть. Даже это сейчас утро, и давайте по вечеру. Вот у нас дождь идет, и еще где-то 7:00 я выходил из дома, вот машина, там уже закрывал дверь. Вот так можно смотреть записи. А здесь есть облако, вот тут уже после месяца надо зарегистрироваться и сохранять файлы там, но меня это не устраивает, смысла нету платить деньги там для сохранения файла. Если хотите переключаться на онлайн режим, здесь написано, на нижнем углу написано «Жить», нажимаем, и сейчас вот прямая трансляция. Все, вот такой короткий обзор, друг. Сейчас видео скину YouTube, тебе покажу, как надо смотреть записи с камеры YCC 365+. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Скоро будет еще новые интересные видео. Всем пока, удачи, друзья!